Мусульмане всего мира в этот день обращаются ко Всевышнему, просят у него милости и прощения. Курбан-байрам – один из главных мусульманских праздников, означающих завершение паломничества в Мекку. Этот день духовного единения мусульман. По традиции, с раннего утра они совершают праздничный намаз и слушают проповедь муфтия в мечети. Этот праздник позволяет приблизить к себе других людей, то есть обрадовать бедных, неимущих, и также родственные узы, которые, например, были нарушены по каким-либо причинам, позволяет вместе отпраздновать этот праздник и сообща получить удовольствие Всевышнему. Особое значение празднование Курбан-байрама имеет для многонациональной Самары и региона в целом. В Самарской области сейчас проживает около 300 тысяч мусульман. Добрососедские отношения держатся на прочном фундаменте взаимного уважения к традициям и культуре разных народов. Я хочу поздравить всех мусульман с сегодняшним праздником Курбан-байрамом. Всем пожелать здоровья, счастья, мир дому, мир всей стране. Что это все были здоровы. Я думаю, наш Самарский область всегда к мусульманам относился, всегда наша администрация приходит поздравлять. Я думаю, в Самаре мусульмане празднуют от всей души этот праздник. После торжественного обряда в мечети мусульмане продолжат праздник в своих домах, встретятся с родственниками. Традиционно в этот праздник мусульмане приносят жертву барана, а затем раздают угощение бедным и неимущим. Этот обряд олицетворяет щедрость и братские узы всего человечества. Анастасия Зубарева, Артем Сулайманов. События.